Козлова вышла во второй круг турнира в Таиланде. Украинка в трех сетах одолела Конни Перрин из Швейцарии. Украинка Катерина Козлова выиграла стартовый свой матч на турнире в Хуахине, Таиланд, с призовым фондом $250 000. В первом раунде соревнований Козлова со счетом 6-4, 3-6, 6-3 нанесла поражение швейцарке Конни Перрин, пробившейся в основную сетку через квалификацию. Поединок продолжался 2 часа 16 минут. В следующем раунде Козлова встретится с шестой сеянной австралийкой Айлой Тамлинович, которая в первом круге обыграла Штефани Фигели из Швейцарии. На Australian Open Козлова проиграла Кузьмовой в первом раунде. По материалам сайта Newsgra.com.